Подкульт, привет всем! Можете угадать откуда? А я пока скажу, это апрельский выпуск новостей. И начинается он с очень нескромного поздравления собственному сыну Михаилу Алексеевичу Саватееву, моему Мишеньке, с победой во Всероссийской Олимпиаде школьников по программированию. Миша вошел в число победителей. Ну, врать не буду, на флажке, но все-таки вошел. Миша, победитель этой Олимпиады. Вот так вот. Дальше у меня целый ряд других новостей, которые я зачитаю из другого места. Но обратите внимание на кучу коллабов, которые произошли в последнее время. Они ужасно интересные все, прямо оторваться невозможно. Смотрите их все. И продолжение следует. Дорогие друзья, под культ привет всем! Ну, вы понимаете, откуда? Из Санкт-Петербурга. Медный всадник. Исаакиевский собор. Дорогие друзья, кто живет в Питере, вы меня простите, что я никому ничего не сказал. Бывает так, что хочется уехать строго семейным кругом. Это как раз тот случай, поэтому вы не обессудьте. Я еще приеду в Питер с лекциями. А пока я расскажу вам про новости. Такой ролик импровизированных новостей. Итак, в понедельник всех жду в школу 2107, уже в Москве, в 17.00 на лекцию про удивительные многогранники. 20 и 21, это вторник и среда следующей недели, я в Татарстане. 20 открытая лекция в Набережных Челнах, на самом деле я весь день читаю там лекции в течение 20-го, но они в основном там для каких-то внутренних аудиторий. А вот последняя, по ссылке увидите, во сколько? По-моему, в 17.30. Она для всех. Тоже про многогранники. Вот. Та же самая, грубо говоря, которая будет 2107. Но наверняка будет другой ракурс и, так сказать, другая подача. Дальше. Казань. В Казани два мероприятия, оба открытых. Смотрите информацию здесь. Это в среду 21-го. И далее 23-го. В пятницу нам с Егором на нашу хату придет Миша Светов. И мы будем с ним дискутировать о том, что такое либертарианство. Прямо в виде стрима, в прямом эфире. Вот такая будет неделя, замечательная и очень насыщенная. Ну а дальше мы вам расскажем, что будет дальше, как-нибудь еще, в другой раз. Подкульт, привет из Питера! Ха-ха.